Третья видеозапись. Отец говорит, 8 лет здесь уже лежит. Я говорю, что ты идешь скорее. Он тоже что-то ёбнул. Большой, но... Грамм 800. Хороший. Небольшой, но хороший. Ну. Я говорю, хоть такой, ладно. Ну, конечно, хоть такой. Конечно. Ой, сегодня. Вторая партия съемки. 46 минут уже или... Ну чё, ребятки, поймал, короче, я два леща на лимне. Вот. И все. Сегодня погода ветреная. Всем пока. Посмотрим, что будет ветер. Легко было. Блять, рядом получилось что-то. Дернуло что-то, блядь. Насос, короче, приплыл. Поймал насос с очком. Охуенно. Пятого августа, ребятки. Время 5:22.
Вчера поймал судака, 6 лещей, чебака 4 еша. Сегодня на лима. Там у меня рыбачит сосед. Там у нас уже рассвет наклевывается. То ли садится леска от крушения, то ли что, блядь. Надо попробовать проверить. Вроде что-то идет. Может, налимчик как-то не лещ, наверное. Налим, наверное. Нет, лещ. Под лещ туда. Маленько ошибся. Чё-то клювало, блин. Теплохода Родина. Быстро хуярит.
охуеть от него, сейчас волнище будет, блядь. Сейчас рыбу всю с глубины к нам, к берегу нахуй. Что-то клюнуло, бля. Вроде как идет. Но не сильно большое. Хуй. Называется рыба хуй.